состав школьных автобусных маршрутов, я сказал, их 283 по области. У нас сделана полностью разбивка по каждому району. В эти маршруты входят так, как и дороги государственного значения, так и дороги местного значения, которые находятся на балансе у службы автомобильных дорог, также и коммунальные дороги, которые находятся на балансе у местных советов. Безусловно, что у нас каждый маршрут разбит. По каждому району расписали уже всю сметную стоимость и уже начали работы в Богодуховском районе. Начаты работы у нас в Лазовском районе. И мы сейчас составим графики таких работ. И они идут сегодня за счет, в первую очередь, средств местных бюджетов и за счет тех работ, которые сегодня проводит служба автомобильных дорог, которые выделены на содержание им из Укравтодора. Мы под самый плотный контроль берем сейчас именно маршруты школьных автобусов, чтобы до 1 сентября их сделать.